Всем доброго времени суток, друзья! С вами Соб, и это замечательная игра Floodland, мир после потопа. Красочный постапокалиптический мир после климатического катаклизма. Ну что ж, в прошлой серии чем мы с вами занимались? А именно, мы занимались тем, что изучали, в общем-то, с вами следопытов, экспедиции и захват других островов. Этот остров мы с вами захватили, превратили склад следопытов, точнее, лагерь следопытов в средний склад. И теперь у нас строится с вами здесь медпункт, так как здесь двое заболевших, вроде как. И еще пирсы, раз и два. Что ж, давайте развиваться дальше, давайте смотреть, что к чему у нас и как получится. Да, наверное, сегодня попробуем с вами захватить вот этот вот островок. Не знаю для чего, правда, здесь кроме руин особо ничего-то и нету. Руины. Можно что-то, конечно, еще обыскать, можно, конечно, что-то еще обосновать, что-то себе прибрать к рукам. Но получится у нас или это, или нет, пока неизвестно. Главным образом нужно нам с вами здесь восстановить здравоохранение. Да, у нас здоровье. Двое колонистов здесь болеют. Они как раз живут в этом домике. Мы в прошлом серии с вами еще перевели все наши хижины в нормальные уже, собственно, дома. Ну что, давайте продолжать. Так, скважинно-пожарная бригада вполне можно существовать рядом. Мои люди их даже хвалят. Я рад, что у нас с вами начинается взаимодействие между кланами. А самое, что интересное в этой всей ситуации, я прочитал ваши комментарии, и мне было сказано следующее. Ну, не сказано, а подсказано, скажем так. Что оказывается, вот это вот не то, что они хотят, а то, что они не приемлят. То есть у нас пожарная бригада не приемлет почему-то спортзалы. Мы и так трудимся на работе, да? А тут только травмироваться будем. Соответственно, они у нас не любят спортзалы, они у нас не любят стрельбища, и они у нас не любят позорные столбы. Что у нас не любит другой клан? Второй клан у нас не любит с вами бары, картинные галереи и часовни. То есть религия для них как-то такое себе. Плюс ко всему к этому мне ребята подсказали, что вроде как дополнительная вот эта вот точность у нас пришла от этого клана. Ну, то есть от второго клана. То есть, соответственно, все эти навыки, они взаимодействуют. Ладно, на этом заострять внимание с вами не будем. Сегодня будем следить за пирсами и стараться захватить еще один островок. Может быть, что-нибудь порастащим. В общем-то, продолжаем изучать эту замечательную игру. Ну что, я так предполагаю, что мы с вами озаботились практически всем, кроме еще одного момента. Нам нужно как-то переселиться на этот остров. Давайте смотреть по мере поступления наши проблемы. Что у нас с пищей? Баланс опасной пищи у нас минус 7,5 единиц в день. Баланс готовой пищи безопасной у нас с вами 13,8 в плюс. 13,8. С водой все отлично. По медикаментам 1,6, но это понятное дело, потому что у нас вроде как сейчас двое больных, соответственно, под них, я так понимаю, расчет идет. С древесиной у нас проблемы. Но мы с вами уже включили в прошлой серии дом лесоруба, и я думаю, что сейчас нам с древесиной должны помочь. Полевые кухни работают вроде как на ура, все перерабатывается. Дальше, по обломкам все нормально, по бетону пока непонятно для чего и как. Я так понимаю, что мы его просто пока только собрали где-то на местности. По лому. А с ломом у нас с вами, ребята, следующая ситуация. У нас здесь есть затопленный завод, который мы, собственно, будем с вами восстанавливать, как только сделаем, как только у нас построятся пирсы, как только у нас с вами будет готов, ну, будет готово здесь население для этого. Пока оно больное, ну, в смысле, в заболевании находится в состоянии, поэтому я думаю, что мы их пока трогать не будем. Здесь у нас дом собирателей, что практически все собрал, поэтому давайте, наверное, одного человечка отсюда снимем. Также у нас сейчас никто ничего не делает, не обыскивает. Я думаю, что в качестве сбора давайте все-таки наметим им еще рабочие зоны. Да, кто-то, кстати говоря, мне писал, что оказывается, что у этой игры действительно есть конечная позиция. Ну, хрен его знает, если честно, потому что тут, мне кажется, можно развиваться до бесконечности. Но, опять же, поживем, увидим. Некоторые здания у нас под снос не попадают никаким образом. В общем, продолжаем потихонечку развиваться. Так, что у нас здесь? Здесь нам требуется древесина. С древесиной. Где у нас лагерь с вами лесорубов-то? Лесоповал. Тут у нас трудится один человечек, да? У нас есть свободные люди? Так, у нас есть один свободный человек. Давайте добавим сюда еще одного свободного человека. Да, у нас после эпидемии, в прошлой серии у нас была эпидемия, у нас погибли 7, по-моему, человек. Было 52. О, было вообще-то 45. Откуда еще взялись? Ну, неважно, я думаю, что
Мне вот интересен вопрос с деторождением в этой игре. Забавно будет, если здесь ни хрена никто не рождается. Хотя, ну, ведь такое возможно, что мир стерилизован, и все. И все на этом сказано. Окей, хорошо. Ну что, давайте продолжать. Пойдем в разработке технологий. Мы с вами в прошлой серии открыли лом. Да. Открыли лом, и теперь давайте пробежимся по, собственно, тому, что нам доступно для развития дальше. А именно, лесопилка. Лесопилка. Одна точность, три человека рабочих, два дисциплина. То есть это три человека с навыками нам нужны, да, для лесопилки. Средний лесозавод. Обычный режим работы. То есть здесь еще есть, опа, специалист, режим строительства лесов. Что? Строительство лесов, да. Режим опытного пильщика. Электрифицированный режим. И режим производства бумаги. Ух ты. Хорошо, но лесопилка нам дает возможность только делать, в общем-то, брусья, то бишь доски из древесины. Нам это пока не сильно нужно. У нас с древесиной, ну, с лесопилкой-то все хорошо, а вот с самой древесиной пока не очень. А если у нас что-то, что добывает нам? Давайте дальше смотреть. Что это такое? Исследовательское здание. Угу. Это, я так понимаю, следующий грейд, который после научного кабинета. Научный кабинет у нас из одного наследия старого мира дает 10 очков науки, а исследовательское здание из 2 и 3 дает 23. То есть то же самое. Ну, просто, я так понимаю, переработка увеличивается, ну, скорость переработки. Хорошо, научные дебаты. А у нас это исследовано. Хорошо, дальше. Дом лесоповала. Угу. Лагерь лесоповала. Крупный лагерь дровосеков, рубящий лес, неподалеку приносит древесину. Ну да, ну да. Тут 486 единиц получается за раз. 489,5. А здесь 200. То есть он практически в два раза мощнее. Ну, чуть меньше, чем в два раза, да? Да. А по народу те же самые два человека. Но при этом у нас есть здесь какие-то... Стойкость 2. Дисциплина 2. Интересно будет разобраться. Хорошо. Дальше. Дальше у нас идет развитие станции дома сортировки в станцию сортировки. Угу. Станция сортировки, я так понимаю, что она может из обломков, да, мусора и лома, а также обломков, больших куч, возможность сбора лома в локации. Но я что-то как-то пока не сильно вижу смысла в этом, раз у нас есть с вами под боком завод, осталось его только восстановить. Хорошо, идем дальше в выживание. Что у нас здесь с вами открылось? Добыча моллюсков была, кухня открылась, да? Но кухня открылась у нас еще с вами с досками. Кстати говоря, надо, наверное, кухню все-таки сделать, потому что один человечек, да, надо разблокировать кухню. Мы имеем такую возможность? Имеем. Почему? Потому что в полевая кухня у нас перерабатывает 15 единиц в 15 единиц. А здесь у нас перерабатывает в 2 раза больше. То есть мы от одной кухни смело сможем даже не в 2 раза, а в 2,5 почти. Ну да, в 2,5 раза. И получается, что мы сможем с вами избавиться от полевых кухонь, хотя бы от, ну, от всех трех полевых кухонь избавиться и поставить 2 кухни, и производительность у нас при этом даже будет больше, чем от 3. Да, наверное, давайте как раз ее и разработаем пока. Сейчас начнем заниматься. Ну что, продолжим изучение. Рыбацкая верфь, рыбацкая гавань. Здесь трудятся рыбаки, им все функционально и комфортабельно. Угу. Строится на мелководье, рядом с местами, где водится рыба. Обычный режим работы. Так, а это что у нас? Электрифицированный режим работы. Здесь у нас получается добыча 39,4, а рыбацкая верфь у нас добыча 27,1. То есть, в принципе... Единовременно у нас увеличивается добыча. Но я не очень понимаю, потому что если с кухней-то понятно, они просто перерабатывают опасную еду в безопасную еду, то здесь у нас идет добыча опасной еды-то из источников. Соответственно, что? Соответственно, скорее всего, ну, можно, наверное, попробовать посмотреть, но мне кажется, источники у нас и так, в общем-то, истощаются постоянно. Так они, наверное, истощаться будут еще быстрее, но при этом... Я думаю, что можно будет поменьше людей поставить на, ну, работников задействовать. Может быть. Дом собирателей грибов мы с вами изучали. И у нас открылось еще домик насекомых, лавка пекаря, малая ферма, малая зерновая мельница. Так, что нам дает домик насекомых? Те, кто раньше вызывал отвращение, в болотах помогают выжить. Обычный режим работы. То есть мы из насекомых, да, из соевых бобов получаем безопасную еду. А где мне взять соевые бобы? Ну, наверняка, наверное, в маленькой ферме, правильно? Ладно, смотрим. Лавка пекаря. Что нам дает лавка пекаря?
импровизированная лавка, где торгуют выпечкой. Обычный режим работы. Опять же, нам нужна мука для этого. Хорошо. Малая ферма. Мало кто верит, что в этих землях может что-то взойти. И все-таки оно взошло. Обычный режим работы. То есть мы из воды, питьевой воды, получаем, собственно, те самые соевые бобы. А из этих соевых бобов мы можем с вами получить дом насекомых. А дом насекомых нам дает пищу. Ага, нашли, определились с определенной цепочкой. Но здесь везде, видите, нужно самовыражение. Здесь нам нужна точность аж 4-го уровня. Маленькая зерновая мельница. Ну, соответственно, это соевые бобы перерабатывают в муку, а потом вот из этого всего делается обычная пища. Хм. Интересно, конечно, но мне пока непонятна механика, как нам качать кланы, потому что если они качаются только из учебников, то учебники мы пока еще не находили в большом количестве. Хорошо, дальше. В разведке. Что у нас есть в разведке нового? Нет, в разведке у нас пока нового нету, но, собственно, нам, я так понимаю, ничего нового пока и не надо, потому что у нас есть пирсы. Да, мы их еще, даже их еще, не, в общем-то, не ввели. И есть еще у нас производство лесов. Так, а что нам дает производство лесов? У следующих зданий появится новый режим работы. Ну, понятно. Фокус на производстве лесов для проникновения в нестабильные локации. Я так понимаю, что это типа инструмента. Хотя нам, по большому счету, конечно, нужно сначала вот эти инструменты изучить. Это у нас исследовательское здание. Да, нам блокируют кувалду. Угу. Хорошо. Путь. А что здесь у нас? Тропинка по мелководью. Исследовательское здание. Хорошо. Понял, здесь на, что нас ограничивает здесь. Ладно, в благополучии. В благополучии у нас после домика идет лачуга. Угу. То есть мы 6 человек, у нас опять же увеличивается на одного человечка проживание. Так, импровизированное жилище, способное уместить куда больше людей, чем обычное укрытие. Обычный режим работы. Ну, я не очень понимаю, хорошо ли это или плохо. Ладно, все остальное мы вроде как с вами внедрили. Ну что, возвращаемся в наш лагерь. Давайте смотреть, что да как и куда, и потом посмотрим. Дождемся, во-первых, когда будет у нас готова палатка медпомощи и пирсы. Если пирсы можно будет строить на этом острове, попробуем построить пирсы на этом острове. Ну что, увеличим чуть-чуть. Так, в радиусе одного здания собиратель закончилось, да? Угу, закончилось. Ну, закончилось, так закончилось. Давайте уберем отсюда работников. Меньше работников, соответственно, меньше расход ресурсов. Да, здесь все три куста, в общем-то, они окучили. Хорошо. С едой у нас вроде все хорошо. По сбору я так вижу, что у нас тоже здесь все более-менее. Так, только вот здесь у нас, да, не хватает? Да, не хватает. Давайте здесь отменим обыск. Как-то вот мне вот это непонятно. Здесь у нас что? Опять же, с рыбой косяки полные. Здесь с рыбой, ну, не то чтобы косяки, но они, ну, вроде как работают. Хорошо. Здесь все хорошо, здесь все хорошо. Думается мне, что я бы вас, ребята, попросил в комментариях рассказать ваше видение, куда мы могли бы двигаться с вами дальше. Судя по всему, у нас здесь еще есть рыба. Можно как раз-таки рыбацкие... Еще одну рыбацкую верфь здесь поставить. Рыба есть еще и здесь. Отлично. То есть можно на каждом острове поставить дом рыбалка и, собственно, получать с вами пищу. Мне пока не очень понятно, перемещается ли то, что добывается у нас на этом острове, автоматически на другие склады. Вроде как должно перемещаться. Но это не точно. Окей, хорошо. Да-да, давайте тогда затопленный завод попробуем в этой серии с вами улучшить. И еще давайте попробуем... Попробуем обыскать здесь. Все ли мы здесь обыскали? А, и травник на крыше. А чё б, собственно говоря, и нет. Сразу давайте запускать травника на крыше. Сейчас его построят. Пирсы пока строятся. Судя по тому, что у нас сразу же отсюда ресурсы перекочевали сюда, хотя это всего и 10 досок, наверное, все-таки телепортируются. Ну, мне пока непонятно, как сюда дополнительное население перекидывать. И вообще, откуда мне брать еще население? Потому что видов деятельности у нас становится все больше и больше, а вот, собственно, ресурсов для освоения этих видов деятельности так как-то у нас не прибавилось. Что мы еще можем здесь с вами... Да, нам нужна кувалда, чтобы это все разобрать. Экспедиция пока нет. Дома мы пока разрушить не можем. Парки у нас работают, пирсы потихонечку, я так понимаю. Здесь что из материалов нужно? Древесина? Ну, ее пока, наверное, у нас, естественно же, нету. Хорошо, что у нас с древесиной творится вообще? Древесины мы, наверное, можем попробовать еще одного добавить человечка, чтобы у нас увеличилось производство.
древесины, ну или хотя бы скорость производства древесины увеличилась. Так, дом лесоповала слишком далеко от рабочего места местных жителей. Возможно, стоит построить дорогу или дома поближе. Ну, дорога здесь вроде как есть. Ну, хорошо, давайте проложим еще и здесь дорогу, да? Вот так вот путь. Ага. Не знаю, посмотрим. Главное, что у нас выздоровели все. И я так понимаю, что больных у нас пока вроде как нету. Окей, что у нас есть нового? У нас есть кухня новая, да. Но новую кухню, я думаю, что мы строить заново не будем. Мы попробуем проапгрейдить эти две кухни, а эту, в общем-то, упраздним. А чё бы, собственно говоря, и нет. Не очень понятно только, что у нас с... Да нормально у нас все с ресурсами. Отлично. Так, что у нас с заводом? 800. Нам нужно 800 единиц мусора, 400 единиц древесины и 300 единиц обломков. Обломки есть, они добываются? Добываются. Кстати говоря, что у нас по режиму добычи? Здесь у нас что стоит? Обломки. Здесь у нас стоят обломки, и обломков здесь, собственно говоря, нету. Ага, все, я понял. А здесь... И здесь у нас, собственно, получается, обломков нету, правильно? То есть здесь вот нету ничего. В окрестностях не осталось ресурсов. Я вот даже не знаю, оставлять мне здесь или строить еще один. Наверное, стоит и построить еще один, потому что у нас есть обломки здесь, здесь и здесь. Нам нужно здесь строить еще один дом собирателей. Разведка нет. А, так, дом собирателей. Только нам должен не дом собирателей нужен. Это же у нас... Стоп. Дом сортировки. Так. Дом сортировки. И нам в любом случае нужна будет древесина. Я что-то посмотрел просто, и у дома собирателей огромный такой радиус действия, что мне не сильно понятно... Стоит ли это делать? Хорошо. Так, давайте здесь его поставим. А, и можно ли нам его поставить на паузу пока? А нельзя никак. Ну, в любом случае, нам эти обломки нужны будут, потому что они у нас сейчас подзакончатся. И для того, чтобы построить нам с вами, точнее, восстановить этот завод, который нам будет, собственно, потом добывать металл. Правильно? Здесь нужно будет как бы работников. Я вот не знаю, что у нас со стойкостью. Кстати говоря, что у нас там со стойкостью? Угу. Стойкость первого уровня. То есть нам нужно либо этим ребятам, ну, скорее всего, пожарникам, нам нужно добавлять вторую стойкость второго уровня, чтобы захватить работу на заводе. Не то чтобы захватить, а именно что восстановить. Так, пациентов нету, здесь все выздоровели. Пирсы у нас будут готовы, как только у нас появится древесина. И я так понимаю, что все-таки ресурсы нифига не портируются. Хотя... Мы сейчас эту ситуацию с вами как-то, наверное, увидим, посмотрим. Потому что здесь-то везде древесины есть. Потихонечку вот еще 8 штук тащат. Вот ее притащили сюда. И, скорее всего, да, и, скорее всего, вот у нас сюда ее сейчас 80 единиц древесины оттаранили. А сюда? А сюда пока древесину никак не оттаранили, да? Так, хорошо. А мы собирать здесь можем? Где-то еще древесина у нас есть? Здесь только мусор, здесь только мусор. Ну вот, древесина. Пускай здесь соберут мусор и древесину. Потому что пирсы, я так предполагаю, что это как раз-таки связующие звенья между регионами, ну то есть между островами, где уже у нас нет мелководья и где вынуждены наши ребята ходить пешкарем и особо-то мочить ножки они не желают. Так, с рыбой. С рыбой здесь все... Ну как? Короче, у нас здесь уже тоже особо-то не разгуляешься. А что здесь? Да и здесь то же самое. То есть источник пищи в плане рыбы у нас с вами на грани. Здесь пока потихонечку восстанавливается все. Но работников мы пока сюда добавлять не будем. Такая вот ситуевина. Люди из клана пожарной бригады немного от нас отличаются по части мировоззрения. Но мы хотя бы говорим на одном языке. Да что вы говорите? Опять же, нам нужна древесина. Да, древесина в большом количестве. Так, пока у нас нет древесины, давайте, наверное, откуда-то работников снимать, что ли. Я не знаю, что мы здесь производим. Мы здесь производим с вами в научном кабинете. У нас 5 человек трудится. И они у нас
производит пока исследовательские очки науки. Хорошо. Очки науки они у нас здесь производят. Что мы можем... Где мы можем еще людей набрать? Где у нас есть лишние? На складах? Но дело в том, что... Ну да, в принципе, здесь, вот здесь вот трое еле справляются, да, я так понимаю? Здесь у нас даже травник на крыше восстановилось здание, но я не могу пока его ничем заполнить, поэтому мы его пока ставим на паузу, ну, чтобы у нас не было того, что здесь есть свободные рабочие места. Да, это, конечно, будет хорошо, но нам нужно что? Эрудиция, 2 единицы, точность. Угу. То есть есть в Беркуте эрудиция, а точность есть и в Беркуте, и там. Хорошо. Но я так понимаю, без спеца здесь все равно никто работать не будет. А здесь у нас работают только ребята из пожарной бригады. Есть у меня сомнения, стоит ли еще сильнее разрушать и без того пострадавшую природу. Но есть такая цена. Так, но если такова цена крыши над головой, для каждого так тому и быть. Так, у нас законы никакие не приняты. Давайте смотреть, что у нас там. У нас новые законы появились, да? Я так понимаю, ну, открылись нам. Саун, так. Нам что-нибудь из постоянных законов. Принудительная ассимиляция. Это что такое? Принудительная ассимиляция. Межличностные отношения развиваются сами по себе, но иногда будет не лишним их простимулировать. Разумеется, такая идея понравится не всем. Такова природа человека. Если отношения кланов нейтральные или хуже, каждый их изменение получит модификатор плюс 2. Если отношение кланов хорошее, каждый из них получит модификатор плюс 1. Волнение в целом получит модификатор плюс 33% для всех кланов. Приняв этот закон, вы сможете позже его остановить. Выберите затронутые кланы. Ага. Я могу для пяти кланов это сделать. Не знаю, экономия воды мне пока тоже не нужна. Давайте смотреть, что дальше. Так, курс на науку. Свобода мысли. Интенсивный анализ. Что дает нам интенсивный анализ? Давайте с наукой пока, наверное, будем развиваться. Ну, а что делать? Так, интенсивный анализ. Пусть люди прекращают делать работу механической... и начинают продумывать свои действия. На это будет уходить больше сил, зато технологии станут развиваться быстрее. Производство ресурсов изменится на 1. Обычный режим работы, научный кабинет, исследовательский... А, это я понял. Это у нас для именно исследовательского кабинета. Пока не будем это разбираться. Дальше. Свобода мысли. Пусть люди записывают идеи, которые приходят им в голову, и воплощают их в жизнь. Зачастую здоровые мысли рождаются совершенно внезапно. Приносит одно исследовательское очко в день. Блокирует закон интенсивный анализ после принятия. Приняв этот закон, вы больше не сможете приостановить его. Чтобы этот закон вступил в силу, постройте одно здание, научный кабинет, исследовательское здание, исследовательский институт. Здесь типа халявные очки, а здесь у нас будет с вами интенсивный анализ. Но, собственно, это, я так понимаю, временное решение-то. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Производство ресурсов изменится на 1. Как отреагируют наши ребята? Пока непонятно, да, как они отреагируют. Тащит доски. Молодец какой. Ну что у нас здесь со строительством-то? Ага, все еще древесины не хватает. Так, нам нужно сюда кого-нибудь. Кого-нибудь из разнорабочих, то есть неважно кого. Хорошо, давайте с науки снимем одного человечка и пойдем подправим его лес валить. Нам это будет, наверное, полезнее. Так, на очереди у нас получается кухня с вами. Кухни. Кухни и строительство. Сортировки, чтобы пока поставить, наверное... Вот эту сортировку мы пока на паузу поставим. Высвободим одного еще человечка, который у нас попробует достроить... Ну, не он, конечно, а как кто-то из его соплеменников попробует достроить этот дом сортировки, чтобы мы могли убрать с вами вот эти вот руины. Кстати, сколько он руинов-то, получается, затронет? Раз, два, три. Угу. Ну, хорошо. А в радиусе действия этого дома сортировки у нас...
Да никаких руинов здесь не осталось, только остался мусор возобновляемый, да? Здесь еще руины есть. Хорошо. Ну что, увеличиваем. Увеличиваем время. На двоечку поставим. Посмотрим, к чему наши действия приведут. Пока давайте глянем, что еще мы можем где-то где-нибудь поковырять. Потому что мне кажется, что у нас проблемы с пищей скоро намечаются. Ну? Строительство будет закончено, нет? Нам бы сюда бы еще отправить людей, но у нас их свободных нету. Хотя у нас один человек свободный есть. Что здесь у нас? Вкус давно минувших дней. У меня огромная просьба. Вы только не смейтесь, ладно? Понимаете, мой сын откопал страницу из журнала времен Старого Мира. А там реклама сети пекарен, продающих органический хлеб. Теперь у них с друзьями только разговоров, что о настоящем хлебе. Какой ели бабушки с дедушками. Я почти не помню этого вкуса, лишь туманные детские воспоминания. И мы подумали, не смейтесь, хорошо? Может, нам стоит построить пекарню? Попробуем воссоздать утерянную изысканность нашей пищи. Может, удастся испечь тот самый хлеб, как в былые времена? Так, поселению требуется лавка пекаря, пекарня, большая пекарня, минимум одна. Поселению требуется малая зерновая мельница. Зерновая мельница, улучшенная зерновая мельница, минимум одна. Поселению требуется малая ферма. Усадьба, минимум одна. Ну, то, что мы с вами разбирали. Но у меня нету самовыражения для этого. Так что я не смогу, наверное, туда как бы определить работников. Выберите ребенка, который на самом деле послужит общественным благом. Хорошая идея. Нет, у нас есть проблемы поважнее. Между прочим, если я откажусь, то у нас меня поддержат вожди. Ну, давайте пока откажусь, действительно. Пускай меня поддержат вожди, раз они тоже считают, что пока нам рановато этим заниматься. Мне рановато заниматься, потому что у меня опыта нету. Мне нужно самовыражение. Здесь или здесь, да? То есть, по-хорошему, нам нужно искать либо еще один клан, либо раскачивать наши кланы и получать у них самовыражение. Правильно я понимаю? Ну-ка, идем смотреть выживание. Так, нет, не выживание, это у нас благополучие, да? Нет, это у нас рост. Рост. Нет, это не рост, это выживание. Да. Лавка пекаря. Да, самовыражение, ферма. Ферма, точность. Ну, даже точность 4, охренеть. Самовыражение единица в любом случае. Зерновая мельница. То есть ферма нам сделает бобы. Соевые бобы. Мельница их перемолит. Пекарня их выпечет. А дом... Лавка... А, ну и все. Собственно, понятно. Пока нет. Пока на реализацию этого задания мне потребовалось откуда-то взять самовыражение. А у меня его нету. Окей. А что, если нам поплыть на разведку? У нас же вроде как, если не ошибаюсь, то где-то вот здесь вот, да? Вот так вот. Вот здесь вот. Есть еще какие-то люди. Поиск людей. И далеко ли это от нас? Собственно, не так уж и далеко. Непонятно. Хорошо, ну что, здесь у нас готов целый дом собирателей. Отлично, я не знаю, задействовано ли будет здесь вот здание. Я думаю, что будет задействовано. Один человечек у нас сразу же свободненький сюда приселился. И обломки нам с вами начал собирать. Деревья все вырубили к ядрене фени. Да, все деревья вырублены к ядрене фени. И я не знаю, что с этим делать. Либо еще один дом лесоповала ставить. Но его нужно ставить, наверное, вот здесь, потому что здесь деревья растут хорошо. В принципе, и на этом острове, и на этом острове везде деревья растут хорошо. Что у нас с пирсами? О, первый пирс у нас готов. Перевозка людей. Пирс – небольшая гавань, в которой могут швартоваться лодки. Пирсы соединяют далекие друг от друга острова, и вы можете перевозить между ними людей. Прибытие... Что здесь? Бунтарь Кенни. Че ты забунтовал? Ты охренел, что ли, совсем? В рамках нового закона у нас теперь... А одни обычаи, и мы становимся единым обществом. Ну да, так и задумано, братан.
Я считаю это правильным. И большинство со мной согласно. Но есть тут такой Кенни, который вечно кричит, что знать нас не желает и живет здесь лишь потому, что его заставляют. Я мог бы жить где угодно еще. Так он говорит. Плевать мне на вас. Нахрен новый закон. Людям это слушать обидно. Мне кажется, такое нельзя терпеть. Пока Кенни работает на общее благо, пусть что угодно говорит. Согласен. Сообщить Кенни, что я этого не одобряю. Да, мы будем использовать. Мы будем использовать очки влияния. Очки власти, будем так их называть. Рыбак наш, да? В нашем сообществе таким не место. Кенни придется выгнать. Нет, пускай он работает. Все правильно. Все правильно говорят вожди. Ничего не знаю. Надо отдать ему должное. Работник из него что надо. Угу. Попробую как-нибудь примириться с его болтовней. Пожарная бригада 34 человека получает новый статус умиротворения. Берку 3-14 человек получают новый статус умиротворения. Всех вроде как, я так понимаю, устроило, да? Данная ситуация. Хорошо. Что у нас здесь? Где у нас второй пирс? Второй пирс тоже готов. И что мне нужно сделать? Допустим, отправление прибытия. Отправление. Перевозка людей. Зона мальков. Выберите район. Ну... А, вот так, да? Ага. Этот пирс возит оттуда сюда и все? И я что-то не соображу. Хорошо, да. Ну и все? Получается, мы все выбрали или нет? Не понял. Перевозка людей. Выберите район для перевода людей между районами. Можно перемещать. Перемещать людей между районами. Хорошо, переместил. А, все, я понял. Плюсик раз, и все. Угу. Понятно. Это не работает, собственно, по заказу. Это работает... Мы не ожидаем ничего прибытия. Да, отправления в поселение временно нет. Хорошо. То есть, получается, это, грубо говоря, принудительное переселение народа. Я бы не сказал, что это сильно правильно. Значит, здесь у нас 3 человека, которые бездельничают. Ну, пусть тогда траву идут собирают. А чё бы, собственно говоря, нет, правильно? А, у нас некого сюда ставить. У нас нету людей с эрудицией. Потому что у нас, у нашего клана что есть? Дисциплина 2, стойкость и точность. Угу. Тогда пока нам бесполезно это действие. Пока нам бесполезно, пусть идут собирают мусор, ну всякие ресурсы тогда получаются, да, пусть идут собирают. Здесь они ничего не соберут. Ну, в конце концов, попробуем сейчас мы их перевести сюда, правильно, на завод. Нам в любом случае дисциплина у нас есть у пожарной бригады, и нам нужна стойкость 2 уровня. А стойкость 2 уровня у нас тоже у пожарной бригады. То есть можно пожарную бригаду сюда экспансию провести. Отлично. Так. Получается, что мы сейчас должны лес с вами накапливать потихонечку. Да, накапливать потихонечку. Наверное, отсюда можно убрать людей свободных. Ну, в освободившихся их записать. Что у нас здесь с пищей? Здесь наоборот, одного добавить. И я хотел заняться кухнями. Ну что, 150 древесин у нас есть, и 10 и 49 досок у нас есть, да? Самовыражение? А у нас нету самовыражения. Блин, твою мать. Что делать-то? Хорошо, окей. Тогда идем, собственно, в академию, да? Идем в академию. У нас есть 3 учебника. Ну, что поделать? Получится так. Получится так, что мы сейчас будем качать с вами клан пожарных. Как клан пожарников бригады, чтобы получить здесь... Хотя, блин, я не могу получить здесь. Стоп, отмена тогда. Отмена, мне нужно сюда. Да, мне нужно качать второй клан. Беркут 3. Пускай они. Надо где-то мне выцепить одного беркутовца. Ну, отсюда выцепим. Сюда заправим.
Потому что получается, что пожарникам мне нужно как бы качать, получается, стойкость, чтобы они могли на заводе работать. Да. А именно Беркуту мы будем качать с вами самовыражение. Чтобы они не пересекались. Так будет, наверное, правильно. Ну и, соответственно, беркутцы у нас будут работать на производстве пищи. Отлично. Это, конечно, все хорошо, но не так, как бы мне хотелось. Давайте, наверное, высвободим двоих пожарных. Сколько у нас вообще свободных людей? 6 пожарников у нас свободных. И давайте я попробую все-таки переселить сюда. Попробуем переселить сюда людей. Отправить людей сюда. Камыш-авеню. И давайте, наверное... да, пусть там 5 человек у нас живут. Ага, ну и понятно все теперь. Мы их переселили. Здесь у нас как раз на пятерых. Как раз на пятерых у нас домик. Они здесь спокойненько все будут существовать. И я так понимаю, что постепенно можно восстанавливать нам уже и завод. Не хватает ресурсов. То есть нам нужно в любом случае дождаться, пока у нас будет необходимое нам количество. Ладно, двоих мы сюда переселили. Так что получается, что у нас с вами... сколько? Есть у нас люди на экспансию? Ну, в смысле, на экспедицию. Есть, конечно. Пожарников. Забрать строительные материалы. Взять материал для постройки склада. Нет, нам склад не нужен. Мы возьмем там на 5 дней. Даже не на 5, давайте на 7 дней. Нет, на 7 дней не надо. Минималку берем. Сейчас 4 дня даже. Давайте минималку не будем брать. Возьмем на 4 дня ресурсов и отправимся сюда. Отправимся сюда. Это позволит нам дальше обобрать здесь всякие... полезные вещи. У нас здесь еще нужно дом обобрать. Как раз древесину получим. Наверное, здесь металл можно будет обобрать. Здесь где-то я еще видел хорошее место. Вот хорошее место. Вот хорошее место. Да, будем потихонечку собирать отсюда ништяки. А что, собственно говоря, нет-то? Окей. Так. Убираем эту зону. Здесь зона доступна? Доступна. К сожалению, мы не можем ничего здесь сделать. Я вот на самом деле вообще бы отсюда народ перекинул. Здесь нефиг делать. Ну, пока завод нам все равно бесполезен, по большому счету. Можно было бы отсюда, наверное, перекинуть сюда людей. Обратно вернуть. То есть не добавлять, а обратно вернуть. Может быть. Хорошо. Древесина есть. Давайте, наверное, пока у нас все равно опасной пищи нету, давайте делать апгрейд нашей кухни. То есть полевой кухни в обычную кухню. Два человека перебрались на район зоны мальков в район Камыш-авеню. Теперь они там живут и работают. Отличненько. Здесь у нас получается трое и двое бездельников, что ли? Или я что-то неправильно понимаю? Или они еще не перебрались? Ага, вот они, да, наверное, скорее всего, идут? Да. Сейчас здесь у нас будет с вами 5 человек. Вот, пускай 5 человек здесь и работают. Собирают мусор и так далее и тому подобное. На самом деле я хочу попробовать восстановить завод, потом отсюда их просто убрать. Ну, так будет, наверное, правильно. Потому что для травника на крыше у нас пока не хватает с вами эрудиции. Хотя почему не хватает? Хватает. Но она нам сильно не нужна. Вот в чем дело. Потому что травы у нас аж 510 единиц за счет вот этого дома собирателей. И с медикаментами у нас тоже все хорошо. Да, и с медикаментами у нас тоже все хорошо. Поэтому не сильно вижу смысла в этом. А также у нас здесь нету с вами ни столовых, ни костров и ни хрена, кстати говоря. Что, наверное, у нас упущение. Давайте костер какой-нибудь все-таки поставим. Здесь где-нибудь так. Там у нас еще один домик будет, а то и не один. Ну да, вот так вот. Костер пускай строит. Ни хрена себе. Пока отменить строительство. У меня древесина сейчас в другое место будет уходить. Ну что, плывут наши исследователи, следопыты? Плывут.
Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Что у нас с новой кухней? Угу. Блин, а здесь тоже нужно самовыражение? А без... То есть оно работает и без самовыражения, на самом деле, да? Угу. Но просто с самовыражением у нас явно будет с вами не 40. Ну, видимо, будет просто производство более... Более, скажем так, мощное. Окей, ну в любом случае, я так понимаю, что сам до самовыражения у нас уже осталось немножечко, да? Хотя хрен его знает, может быть, нам книжек не хватит. Ладно, раз нам не хватит книжек, давайте по-быстренькому попробуем здесь все пособирать. Допустим, здесь еда, вода. Это позволит им дольше жить здесь. Да, обыск. Дальше здесь у нас две книжки есть и одна технология старого мира. Здесь просто обломки. Так, публичные форумы. Ух ты. Чтобы в сообществе обсуждались важные вопросы, нужны публичные форумы. В нашем клане есть те, кто хотел бы продвигать и защищать свои идеи. Думаю, открытое обсуждение всем пошли бы на пользу. Так, принять предложение закона об отдыхе. Чтобы этот закон вступил в силу, постройте нужное здание отдыха. Если волнение ниже 30, изменение отношений получает модификатор плюс 1. Если волнение выше 30, но у нас волнений вообще нету, да? Получает модификатор минус 1. Приняв этот закон, вы больше не сможете приостановить его. Публичные форумы. Хорошо, я все улажу. Так, идем. Где у нас эти самые публичные форумы? Что-то я не вижу их. Часовня, пекарня, так, стоп. Защитные процедуры. А где? Где данный закон-то? Лечение травмы, это мы с вами разбирали. Так, локдаун. Общественное пространство. Ратуша. Это оно? Чтобы этот закон вступил в силу, постройте здание ратуша. О как. Еще раз проверяем. Да, принять закон о ратуша. Чтобы закон вступил в силу, постройте нужное здание. Угу. Ну пойдем, пойдем, хорошо. 25 единиц. Берем, а что нам делать? Квест выполним, нам уже будет хорошо. Так, нам новое здание. Отдых, ратуша. 300 древесины. Твою мать, надо что-то с древесиной делать, короче. Надо решать вопрос, сука, с древесиной. Причем, чем быстрее, тем лучше. Так, и ратушу я хочу построить, наверное, ну, где-то здесь же, да? В центре. Угу. Нас сбросилось. Ратуша, ратуша, ратуша. Ратуша, ратуша, ратуша. Так, крутить, крутить, вертеть у нас... С помощью шифта. Будет ратуша рядом с лесниками. Нет материалов. Ну, ничего пока не поделаешь. Хорошо. Так, давайте что-то решать с древесиной. В принципе, у нас здесь нету никого, правильно? Да, у нас здесь 5 человек, которые ни хрена не делают. Вон они, типа отдыхают. Окей, где у нас с вами разведка выживания? Домик, хижина, подождите. Лесозаготовка, это у нас брусья. Нет, нам нужна просто древесина. И насколько я помню, у нас у этих ребят-то как раз-таки... Ну, как раз-таки дисциплины есть, да? Дом лесоповала. Дом лесоповала, если мы его здесь вот сейчас разместим, то как раз вот эти, или давайте где-нибудь, а вот так вот можно как-то разместить, ну-ка. Я хочу просто все эти деревья захватить, но думаю, ладно, пускай будет так. Они сейчас быстренько его построят, ну, конечно же, не ночью, но все же. Там у нас 3 работника всего будет, а нет, у нас это у нас в строительстве будет 3 работника. Ага.
И они соберут у нас здесь древесину. Как раз и посмотрим, перемещается ли у нас древесина туда-сюда. Потому что с древесиной надо что-то решать. Здесь не канает. Как вы уже заметили. Здесь можно прямо убирать их даже, потому что... Хотя давайте одного оставим, работника. Пускай потихонечку подрубливает деревья. У нас нету нигде возможности сбора древесины. Здесь два. Сюда мы, наверное, не дотянемся, да? Ну, вот здесь вот попробуем собрать. Здесь вода. Здесь нам не дадут ничего собрать. Здесь тоже. Ну, попробуем здесь собрать. Окей, хорошо. Здесь все распределили. Что у нас здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И я так понимаю, что достигнут лимит ресурсов, да? Ну, вернуться домой. Чего бы нет-то? Возвращайтесь домой. Да, будем потихонечку отправлять сюда. Собирать ресурсы. Как минимум 4 книжки. А книжки нам полезны. Так, что у нас здесь с опытом? Я так понимаю, что здесь у нас нету ресурсов, нету книжек. Хорошо. Нету книжек, переводим в исследовательский режим. Пускай работают. Дальше. Нет, все-таки игрушка не очень, очень непростая, скажем так. Здесь я думаю, что мы дом-то разберем. Нам эта кухня не нужна, так как у нас вот эта кухня построилась. Правильно? Правильно. 30-60. Здесь... 30-60. То есть, если пока у нас нету ни одного самовыражающегося, у нас она превращается в ту же самую полевую кухню. Хорошо. Но полевую кухню можно смело убирать. Так, что еще? Что еще? Кто у нас там на рыболовецкой? Тоже пожарники. То есть, мы можем с вами рыбу захватить здесь. Есть такой момент? Я думаю, что есть. Отсюда можно двоих смело убирать и здесь на лесорубов ставить. Отлично. Так, дальше. Дальше у меня... Так, выживание. Где у меня... Так, благополучие. Рыбацкая верфь. Ну, опять же, нам понадобится дофига. Угу. Те же самые пожарники нам понадобятся. Ладно. Экспедиция вернулась в целости и сохранности, да? Ну, так, новые люди не найдены, экспедиция добыла новые ресурсы. Ни хрена вы на самом деле не добыли, ну, что поделать. Хорошо, давайте следующую экспедицию точно так же, только не на 3 дня, а на 3 дня, да, не на 4, а на 3 дня. Все туда же, продолжаем таскать ресурсы отсюда. Хорошо. Возвращаемся к моей задумке, а именно к рыбацкой верфи. Где-то я видел, что здесь дофига у нас с вами, возможно, рыбы. Но я не могу ее все поставить, да? Неактивный район. Как это неактивный район? Ребята, вы что? О! Здесь могу поставить, что ли? Так она же вроде как в воде должна быть. А, ну здесь и есть вода. Подождите, тогда, наверное, вот так вот, да, рациональнее будет. Раз, два, три, четыре, пять. Поставили. Успех, а публичные форумы. Отлично. Влияние плюс 10, пожарная бригада, довольство. Отлично. Не можешь не радовать. Хорошо. Здесь у нас двое. Долбит деревесину. Деревесину долбят. Здесь у нас древесины нету. Но я вот что подумал. А, нам либо дом здесь надо дополнительно строить, чтобы они здесь проживали. Что склад у нас работает на максимум, на максималку. Но он работает на максималку, пока строит. Да, пока строит. Так, благополучие. Давайте еще один дом здесь вкорячим. Только вот так вот. Да, еще один дом на будущее, что здесь могут жить 10 человек у нас. Будем об этом знать. 10 человек. Склад, я так понимаю, портирует все вещи, поэтому здесь люди живут как в сыр в масле. Получается что? Получается, нам стоит, наверное, этот район тоже каким-то макаром в наш превратить. А что, собственно говоря? Ну, опять же, я, получается, буду делить людей. А это не есть хорошо.
Так, здесь у нас не достают они, ребятки. По сборам вроде как и здесь, да, не достают. Ага. Или достают? Нет, не достают. Далеко, далеко им. Хорошо, я смогу, собственно, на время перемещать людей. А, ну это удобно. С одной стороны, как бы я думал, что это будет как бы не очень удобно, а получается, что очень удобно. Так, рыбацкая ферма. У нас здесь все есть для их постройки? Ну, практически. Древесина здесь тоже своя. Поэтому будем надеяться, что все-таки древесину добывают ребята все вместе. Ну, то есть все склады взаимосвязаны. Поэтому отсюда можно убрать. Пока поставить на паузу. Да? Вот так вот. Здесь можно... Так, здесь у нас сколько ресурсов? Рыба нету, а здесь рыба. Здесь рыба еще чуть-чуть есть. Поэтому давайте, наверное, мы эту рыбацкую верфь с вами отключим. Получаем мы с вами 6 свободных людей, 6 свободных человек. И переместим их сюда. Да, потому что дом уже строится. Переместим их сюда. Давайте еще троих сюда перемещаем. Раз, два, трое. Окей. Трое в процессе перемещения будут рыбачить здесь. Ну а что, какая разница? Потом восстановятся здесь, мы их вернем обратно. Ну, что бы, собственно говоря, и нет. Да, пока эти стояния, дом на паузу поставим. В конце концов, здесь еще люди добывают еду. Так, что у нас есть? У нас еще кому что пособирать здесь. Обычно здесь валяются всякие ягоды там. Здесь больше нету. Здесь есть. Здесь есть. Что у нас там? 4 из 9. Пока нормально. Ну и здесь есть. Отлично. Почти готово. Лагерь следопытов прибыл. Давайте добираем здесь и добираем все сюда. Ну, будем постепенно все собирать. Здесь можно еще вот древесинку пособирать будет. Кучу мусора можно. О, вообще здесь древесины-то много. А здесь, вот, кстати, разведку провести бы не помешало бы. Невозможно переместить через глубокую воду. Через глубокую воду они ходить не хотят. В любом случае, здесь все хорошо. Тут все тоже у нас отлично. Где мои люди? На лодочках. Ага, о. Вот он, паром-то, а. Понятно. Рыбаки сейчас у нас будут, как только сюда переместятся. Дом им уже готов, все, отлично. Нет, я вроде как уже даже начинаю потихонечку понимать, как что где работает. Это, в общем-то, не может не радовать. С древесиной мы потихонечку справляемся. Если что, нам понадобится брусья, мы можем здесь лесозаготовку врубить. И 6 человек у нас при этом свободных, да? Жалко, что здесь нет разделения по районам. Вот так вот. Так, новый закон. Я думаю, что пока принимать не будем. Что у нас здесь с ребятами? Пайков еще на 2 дня. Путешественники 0 из 25. То есть они могут найти 25 человек и привезти домой. Прикольно. Прикольно. Хорошо. Ладно, чуть-чуть время увеличим. 3 человека перебрались. 3 человека перебрались. Соответственно, сюда 1, 2, 3. Правильно? Да. Двое здесь работают. Трое на складе работают. Двое работают на лесопилке. Хорошо. В принципе, можно, конечно, и этот район захватить. У нас здесь тоже древесина есть. Тоже, я так понимаю, рыба есть, да? Че, вы бездействуете? Мало пайков. Вы все собрали, все, что могли? Или не собрали? Ага. Мало пайков вам, да? Давайте на обыск. Один день. Я вот с пайками еще не очень сильно разобрался. Оп. А все. Тогда возвращайся домой. Здесь у нас... Разрушить не можем. Склад поблизости нужен для демонтажа. Ну давайте оприходуем и эту территорию тогда. А чё б, собственно говоря, нет-то? Угу. Отлично. Да, конечно, перекидывать их туда-обратно — это гемор, но
поэтому, с другой стороны, почему бы и нет? Если играть тихо, спокойно, то, в принципе, все в нашей власти. Разлив химикатов. Вы нашли проржавевшие бочки, и оттуда в воду что-то вытекает. Опять этот бунтарь. Мы не знаем, что это. Возможно, как-то связано с электростанцией. Но уж точно пить такую воду не стоит. Пока что наши водяные фильтры справляются с загрязнениями, но в ближайшее время, возможно, нехватка воды. Понятно. То есть у нас скоро начнется нехватка воды. У нас запас-то есть? Ну, как вам сказать, запас есть. Давайте его увеличим. Собственно, свободные работники-то у меня есть. Поэтому оп-оп. И можно и этот даже с паузы снять. Как раз у меня один человек, но у меня нет ни одного человека из пожарной, точнее, не из пожарной бригады, а из Беркута. Хорошо. А здесь у нас тоже пожарники, да? Да. Ладно, спеца оставим. Сюда переведем на воду. Да. Тем самым мы сейчас увеличим с вами запас воды. Скоро ядовитый разлив, приготовьтесь. Ну, собственно, пытаемся. Пытаемся. Так, здесь у нас что? Здесь хорошее место. Можно здесь пару домов тоже поставить. Хорошо. Окей. Они вернулись? Они вернулись. Ладно. Давайте тогда как? Забрать строительные материалы. Да, 300 единиц. И... Да на 3 дня нам больше не нужно. И мы сразу давайте его как-нибудь... Где-нибудь, наверное... Так, чтобы он весь остров... он весь остров покрывает. Вот так вот. Лагерь следопытов. Превращаем его сразу же в склад. Строим пирс. Строим пирс. И будем развивать, захватывать еще и эту территорию. Потому что здесь тоже есть рыба. Здесь тоже есть у нас с вами древесина. Да, я еще думал, как же у нас, как же долго восстанавливаются ресурсы. А оказывается, решается вопрос буквально вот таким способом. Отлично. Что у нас здесь получается? Рыбацкая верфь работает. Здесь у нас древесина работает. Кстати, надо было здесь этих лесорубов ставить, наверное, где-то ближе сюда. Потому что здесь, вы видите, сколько леса везде в округе. По большому счету. Так... Давайте, наверное, заботимся мы здесь с вами дорожками. Дорожками. Пускай копают. Я понимаю, что это еще дополнительная древесина, но древесина у нас сейчас есть. Но это и увеличение скорости передвижения наших ребят. Так, они все равно где-то здесь ходят, да? Да. Поэтому, наверное, вот так вот. Ну, вроде как бы было так сказано, что это увеличение скорости передвижения. Надо разработать еще дорожки по мелководью. Мне кажется, это тоже было бы хорошим подспорьем к нашим рабочим. Так, здесь они все сделают, здесь они все сделают. Окей. Что у нас здесь? Плывут, родимые? Плывут или не плывут? Вроде как непонятно, плывут или не плывут. Дом следопытов. Непонятненько. Ладно, нам чуть-чуть увеличим скорость. Что у нас с водой? Почти полная вместимость. Хорошо. Интересно, это как-то должно повлиять на рыбу вообще? А, они отсюда пошли, о как. Ну, в принципе, тоже прилично. Да, у нас, конечно, 48 человек всего. Это мало. Но это позволяет нам освоиться здесь везде. Да, хотел восстановить завод. Но пока, видать, не получится. Так. Улучшить до небольшого склада. Улучшаем. И еще один район, собственно говоря, мы с вами, получается, захватили. Так, закон полицейский. Здесь нам полицейские не сильно нужны. Давайте, во-первых, здесь ставить дом. Благополучие. Дом. Есть контакт. Все 3 человека из лагеря стали жителями нового района. Эти ресурсы будут добавлены в запас поселения. Отлично.
Также, наверное, раз... Пока один домик поставим. И можно будет, наверное, здесь попробовать пособирать все, что здесь есть. Единственное, что здесь еды, конечно, нету. Но в любом случае... Здесь ништяки есть еще внутри домов, насколько я понимаю. Так, помните про ржавейшие бочки? В общем, они совсем развалились, и отрава вылилась в воду. Наши фильтры, кажется, справляются, но процесс идет гораздо дольше. Поэтому питьевой воды временно будет не хватать. Нужно что-то придумать пока что. А мы уже озаботились об этом, обо всем. По этому проблем нету, да? Да, поэтому проблем нету. Вроде как. Ну, снизилось в два раза, все равно баланс вперед ушел. Так, тут у нас что? Еды нету, да? Тут тоже еды нету. Угу. И тут еды нету. Ладно, давайте строить пирс. Где у нас пирс? Так, закон отдых, рост. А где пирсы-то у нас? Отдых, благополучие, выживание, кухни. Разведка, пирс. Угу. Пирс, 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 пирс. Чтобы мы могли сюда людей перевозить. Что-то им не нравится. Не нравится так, не нравится сяк. Нельзя строить на поверхности... Что-то я не понял. Угу. То есть... Стоп. У него часть должна быть на суше, я так понимаю. Часть должна быть не на суше, да? Как это странно вообще. То есть вот так вот. Ага. Ну, отлично. Еще один пирс у нас будет здесь с вами. Мы сможем тогда, получается, маршрутизировать все это действо. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Куча полна. То есть здесь не забирают... не забирают, получается, ресурсы. Хорошо. Одного отсюда снимаем. Сюда на склад второго переводим. Так? Или как? И здесь куча полна. Ресурсы не забирают, вот в чем дело. Ну, наверное, потому что они дорожки прокладывали. Или я ошибаюсь? Ну-ка. Забрали. Забрали. Так, тогда возвращаем. Возвращаем сюда работника. Нет, втроем они должны справляться в идеале. Хотя, может быть, конечно, и не справляются нифига ни разу. Так, здесь что? Здесь мы не можем... Не можем забрать. А, придется отменять. Придется... Да отменять ты. Угу. Зато здесь мы все собираем. Да, они пока здесь, конечно, втроем охренеют, но домик у них есть. Еда, я так понимаю, перемещается со всех складов. Вода у нас идет. Все отличненько. Нам бы новый закон. Так. Менеджер районов. Ну что, у нас получается район моллюсков. Угу. Три человека. А почему у нас выбрана такая ситуация, я не понял. Что, этот желтый, а этот красный. Зона мальков, непонятно. Фактор риск распространения болезни 45%. А здесь тоже 45%. Ну, оно и здесь 45%. Я никаких проблем не вижу. Ладно. Пока у нас все неплохо. Пока, получается, мы с вами забрали аж две территории. Начали строительство пирса. Да, начали строительство пирса. Окей. И можем начать уже обыскивать... обыскивать здания. Так, обломки, обломки. Обломки. Ладно, давайте вот это здание начнем обыскивать. Они здесь как бы сами распределяют свои действия. Мне так думается. Что у нас по итогу?
Да, хорошая пища убывает, но зато опасная пища прибывает. А почему? Потому что у нас, скорее всего, здесь чего-то не хватает. У нас есть еще один учебник. Да, я хочу все-таки попробовать нашим беркутам вписать новый навык. Новый навык самовыражения. Чтобы они могли производить у нас... чтобы можно было, во-первых, улучшить кухню вторую. Кстати говоря, можно прямо сейчас ее улучшить, да? Да. И потом поставить сюда по одному спецу. Как минимум из беркута. И они у нас будут заниматься приготовлением пищи. Отлично, друзья. Ну что, давайте подведем итоги к этой серии. Что мы сегодня в этой серии с вами выяснили? Ну, во-первых, мы выяснили то, что можно перекидывать... Можно ресурсные такие здания... Спокойно внедрять на других островах и перекидывать рабочую силу с помощью пирсов между этими островами и так далее, и тому подобные вещи творить для того, чтобы все равно, я так понимаю, ну, я опять же не уверен в этом, но скорее всего по логике вещей так и есть, что склады здесь телепортируют ресурсы между собой. Соответственно, что у нас есть на этом складе, то у нас есть и на этом складе. А вот люди нет, вот люди никаким образом не телепортируются. Также мы с вами будем в следующей серии, наверное, продвигаться дальше. Нам нужно пополнение живой силы, соответственно, отправим исследователей сюда, попробуем найти еще больше новых колонистов, новых поселенцев. И еще мы провели с вами экспансию на еще один третий район. Да, будем здесь развиваться. Опять же, древесина, опять же, рыболовство и так далее и тому подобное. Может быть, мы даже здесь одного рыбака уберем. Возможно, так. И мы начали строить с вами третий пирс. Ну что, друзья, на этом эту серию подведем к концу. Всем, кому понравилось видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки, да, писать комментарии обязательно. И кто хочет поддержать канал, все ссылочки есть в описании к каналу. С вами был Соп, увидимся в следующих сериях. Всем пока, друзья!